Всем привет! У нас, как обычно, солнечный денек. С вами Вера из солнечного Бургаса. Как обычно, начало дня. Вам мой цветочек стоит на месте. На экране я же кручу свой ролик, просматриваю, что мне не нравится. Звук мне не нравится, ну, буду исправлять. Ну и, соответственно, экран компьютера. В этот раз хочу вам похвастаться. Я сижу, конечно, копирую по видеороликам вот такой вот сайтик. И закончила я вот такой вот блог. Сделала. Видео показывает тут. Вот так вот. Ну и страничку контакты. Сейчас доделала. Видите, вот. Оп. Работает и возвращается обратно на ту страничку. Ладно, это хобби. А завтрак по расписанию. Поэтому встаем. Время 8:30. Я уже где-то с 6:30 так сижу. И пойдем с вами и купим мне что-нибудь на завтрак. У меня есть одна интересная идея. Вперед. Ну, хозяйственные дела, конечно, никто не отменил. Мусор по расписанию. Черешня. 4,60 классная. Кассе 2,80 абрикосы. И черешни есть еще по 6,90. А это огромная, вообще 7,90. Ох, классно. Вот а помидорки можно уже за 2,60 покупать. Класс. В общем, пойду обратно. Куплю себе овощей, огурчиков с помидорчиками. А то у меня закончились. Так. Понесла мусор. Ух ты, у нас уже все работают с 9 тут. Так. Оп. Вот сюда. Все, жизнь кипит, кофе пьют все. У меня автомат тут рядом, кофейный. Так, он такой популярный, что постоянно там все кофе пьют. И с магазинчиков. Я думаю, что, наверное, может быть даже дешевле, чем какую-нибудь капсульную покупать и эти капсулы расходовать. Пошел, купил чашечку кофе, попил и довольна. И не намного дороже. Так, а я в одно место иду. Ой, жизнь кипит. Слушайте, время 9. А что-то прям как будто день уже. Днем-то жарко, а сейчас такая прохлада. Так все замечательно. Я убрала чехол с телефона. Тестирую звук. Интересно, как будет. Может быть, получше. Может быть, это чехол у меня. Звук записывает плохо. Так, время уже почти 9:30. И 25 градусов. 25 градусов. Ух ты. Цветов много. Я уже потихонечку приближаюсь к цели моей сегодняшней прогулки. Сейчас здесь у нас есть такая вот пекарня. И здесь всегда очень свежее все продается. Выпечка. Айран. База. Так, сейчас мы что-нибудь купим. Так. Это баница. Да. Такая красота. Так, витая баница и база. Мне, пожалуйста, лита баница и база. Да, два левые и вита баница. Угу. Одну. База. Одну. Ага. 3,30. Все. Ага. Так. 3. Мясо затертняку купите за живо. Так, 20. Вот, взяла баницу витую и база. Это я на курсах. Ой, слушаю курс по-болгарски. Там вот про завтраки. Вот такие вот закуски. Рассказывается. В общем, пойду сейчас это все покушаю. На Александровской здесь дом уже почти построили. Вот продаются квартиры. Скоро уже
готово будет, вон уже все, отделка идет. Кому интересно. Наверное, замечательно вот тут вот, напротив березки. Старый дом снесли в прошлом году, и вот строят новый. Вот ролл-сэндвич. Кстати, я хочу такой ролл-сэндвич как-нибудь. Потом куплю себе. У нас тут березки продаются. Так. А я иду на море. Хочу на море. Вчера не дошла, вчера вышла. Вчера вышла погулять. Вечером где-то в 5 часов была такая духотища, что я еле до дома дошла. Дышать нечем было даже. Хотя солнца как такового и не было. Так что я решила сегодня с утреца. С утреца. С утрин. На расходку. Панамку не взяла, так что сильно долго гулять не буду. Опять же думала, что утро и не жарко, а уже парит. Вот всем удобно в центре жить, но к морю далековато идти отсюда, и на автобусе не доедешь. То есть получается все равно пешком. Даже если пусть полтора бы лево я отдала, но не доедешь. Такие звуки и столько людей, что не сравнить, конечно. Когда зима. Кстати, говорили, что вроде бы стройки должны на время сезона прекращаться, но вообще-то нет. Вот видите, тут тоже дом новый уже почти построили. Окна вставляют. Какие красивые коси. Кстати, вот нотариус на уголочке, сейчас покажу. Вот на уголочке нотариус, видите, вот в углу. А там напротив есть копировальный центр. Вот тут я все документы свои заверяю. Кому нужно, пишите, могу. У меня есть визиточка, я могу сбросить. Там же они могут пригласить переводчика, если вдруг надо, потому что доверенность для банка на меня делали от мамы. Приглашали переводчика. Данные, контакты тоже есть у меня. Его хороший такой дяденька. Вот там эта улица, по которой я сейчас мимо прошла, она вся в нотариусах, во всех там адвокатах. В общем, улица такая специализированная. Там очень много контор. Можно по ней прямо идти. И там на каждом углу, в каждом здании есть один нотариус. Это как улица в конце там, где одни автомастерские. Тоже. И автомагазины специализированные есть. Что-то жарко становится. Я скоро домой побегу. Ладно, дальше включусь. Все, пришла к парку. Ничего себе, у меня сегодня завтрак. Я никак позавтракать не могу. Все, иду, 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 иду. И тут народу полно в 10 часов.
подозреваю, что я себе скамеечку-то не найду пустую. Ой, какая вода сегодня. Какая красота там. Все, сейчас я позавтракаю, пойду домой. Посижу немножко и, наверное, срочно одеваюсь и бегу обратно. Посмотрите, как здорово. Волны такие ласковые. Народу почти нет. Красота. Ну, как здорово. Вот, а я иду на лавочку. Так, вот, сяду здесь сейчас и буду завтракать в таком виде. Ну, я так подозреваю, что долго я здесь не просижу, потому что на солнышке очень уж жарко, печет. Так что сейчас быстренько. Вот такая вот у меня баница. Я так подозреваю, что она вчерашняя. Меня я хотела свежую. Ну, ничего, нормально. Ну, такая была. Даже, между прочим, очень вкусно. Можно так завтракать. Ну, пока я завтракаю, можете вот посмотреть. Ну вот, все, поела. Сидела, кушала. Вот подошла женщина ко мне на скамеечку, села и давай свои ноги мыть. Но я уже почти доела и решила все-таки пойти домой. Жарко. И я уже вот чуть-чуть погрызла булочку с сыром и выпила всю бузу. Так что, в принципе, ее думаю, что надо, наверное, ее покупать и пить по утрам, потому что это типа киселя овсяного. Я уже очень сильно захотела пойти домой, переодеться. Одеть купальник и вернуться сюда, потому что уж очень хорошо здесь сейчас, сегодня. Наруто. Я пошла тихонько в направлении дома.